Всем привет! Это видео про... Так, я штатив не взял, извиняюсь. Небольшой обзорчик. Народный контроль, так скажем. К рубрике моего видео давно я не снимал. И сейчас я хочу с вами поделиться о, на мой взгляд, наивкуснейших блинах, которые я когда-либо ел. Вообще пробовал. Это готовые блины. Они продаются с творогом и с мясом. Снимаю я без штатива, я извиняюсь, что неудобно. Так, сейчас я... Хранить их надо в морозильнике. Значит, вот так вот они выглядят. Холодненькие, прихолодненькие. Я обычно их просто в микроволновой печке их разогреваю и ем. Ставлю на 2 минуты. Иногда, если они очень сильно холодные, ставлю на 3. Вон там видно творог. Сейчас попробую приблизить. Холодные. Аж руки замерзли. Сейчас доставлю еще один. Так, надо развязать. Одной рукой неудобно. Черт. Сейчас. Сейчас достанем еще. Так, этот был с творогом, этот, по идее, должен быть с мясом. В 2 пакета. Аж завернуто. Наивкуснейший блин. Так, да, вот. Вон там я вижу фарш. Я обычно так и ем. Сейчас микроволновку. Так, положим их. И ставлю на 2 минуты. Обычно 2 минут хватает. Если не хватает, то я просто еще ставлю на 1 минуту. И, в принципе, этого достаточно. Так, я тут заодно как раз буду сейчас есть плов, вот такой вот, наивкуснейший, и заодно вам покажу, что они себе представляют, эти блины. Сейчас они разогреются, я их разрежу и покажу внутри. На вкус, я уже вам сказал, на вкус они наивкуснейшие из всех, что я пробовал. Они очень вкусные, что с творогом, что и с мясом. Я даже ничего не добавляю. Там ни сметана, ничего, там ни сахара, ни соли. Вот. Поэтому они и так вкусные. Смысл добавлять чего-то в еду, если и так все вкусно. На улице у нас сегодня чуть-чуть потеплело, до этого были дожди тут, и вообще погода отвратительная. Ночью даже там около 3 градусов, 5 было всего. Сейчас показывает градусник. Показывает он в районе 20, но что-то градусник, мне кажется, врет. На самом деле, поменьше градусов там, явно поменьше. Вон народ весь в куртках ходит, в шапках. Поэтому на улице холодно. Так, сейчас я достану вилку, ножик мне надо. Осталось совсем чуть-чуть. Там уже происходит процесс какой-то, там что-то он. И готово. Так, открываем. Да, 2 минуты, наверное, даже... 2 минуты, наверное, даже и многовато, мне кажется. Потому что один блинчик, который с творогом, он лопнул, смотрите. Можно было поставить на 1,5, но не знаю, от чего это зависит. Возможно, с микроволновкой какие-то проблемы. Значит, потому что я до этого ставил на 2 минуты, они были еще холодненькие. Ставил еще на минуту, добавлял, они были нормальные. А сейчас 2 минуты.
Они хорошие, но один лопнул. Ну, может, тесто там тонкое попалось. Так, открываю я блин с мясом. Вот, чтобы вам показать. Так я ни разу их не раскрывал. Сам не раскрывал ни разу. И смотрим, что внутри. Вот такой вот блин. Вкусный, как вкусно запахло. Вот такой вот блин. Блин у нас такой не тонкий и не толстый, такой нормальный блин, толщина у него такая приемлемая, плотненький. И вот у нас куски фарша. Они вот так вот лежат. Фарш приятно пахнет, вкусно. Вот они раз завернуты, два, в три раза завернуты, то есть в три слоя, то есть ну, в три раза закручены получается. И вот у нас так блин, который лопнул с творогом. Сейчас я. Творог нагревается на самом деле очень сильно, не так как мясо. Но это, наверное, связано именно с самим продуктом. Поэтому он и лопнул. И вот мы видим по размеру точно такой же блин. И вот у нас белоснежный творог тоже вот так вот он лежит. В самом конце у нас получается. Вот я заворачиваю его обратно. В три раза. Вот такие вкусные блинчики. Рекомендую, если вы любите блины, так как я тоже их люблю, особенно вот такие именно с творогом, с мясом, особенно с утречка, с чаем их попить. В общем, вкуснятина полная. Ссылку я на них оставлю, где они продаются. Вот. И сколько стоят. Вот. Так что пробуйте, покупайте. Обещаю, что блины очень вкусные. Это не реклама ни в коем случае, это просто мой личный жизненный опыт. И я всем советую, всем, кто любит блины, именно попробовать именно эти блины. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.